есть фильм, называется, по-моему, «Судьбоносный кот Боб». А у меня вот свое кино, да? «Кот Мейсон». Там в фильме вообще история настоящая. Там попался чуваку, который играл на гитаре на улице, рыжий кот. И он изменил его судьбу капитально. Так что, кому интересно, найдите этот фильм и посмотрите. Вырубай. Там вон какая-то бабушка идет. Котей, иди сюда. Пошли домой. Залезай. Давай, залезай. Залезай. О, залез. Садись в капюшон. Ему просто поправить надо. Садись. Давай. Оп. Вот так. Ну все, вроде уселся, только все? Пока что не развернулся еще. Ну, сейчас развернем. Как поймешь, что мы опять плыли, да. Погнали в путь. Я вырубаю. Да. Сейчас вот прямо сбылась мечта Димана. Он все мне говорил, у тебя скучные видео. Лучше бы ты снял срущую жопу в кустах. Он там сейчас как раз какая-то жопа в кустах, но уж мы не будем это снимать. И кот. Выключай. Вон у нас проснулись пожарные. Да. Кто едет, интересно. У меня все равно будет трястись. Одна машина, ну нормально. А знаете, почему написано внизу, чтоб можно было обоссать эту надпись? Действительно. Всем пока и спасибо тем, кто посмотрел это видео до конца. Будет это в самом конце видео. Да.